Всем привет, ребят, с вами Игорёк, и сегодня я вам расскажу, как забрать игры от Сеги бесплатно, но перед началом спонсор. Хочешь купить топовые игры, но не знаешь где? Тогда заходи в магазин Fine Shop. Здесь ты можешь найти аккаунты Origin, Uplay, Steam, гифты, ключи Steam и многое другое, и все это по очень низкой цене. Ссылочка будет в описании. Забрать вы сможете из 5 игр только 2, поэтому, ну, выберите, кстати, какую вы хотите. К сожалению, ни в одной из этих игр нету карточек, ну, чисто ностальджи. Собственно, с этим сайтом мы уже когда-то, помню, значит, на нем какую-то игру брали, правда, уже не помню какую, вроде бы какую-то игру про космос. Ну да ладно. Если у вас нету аккаунта, проходите простую регистрацию. Сори, конечно, что ролик не сразу снял, потому что сайт там лагал, короче, в первые часы, в первые дни даже, вот, поэтому немного запоздание выпускаем. Вот, собственно, проходите простую регистрацию, далее там, скорее всего, почту нужно будет подтвердить, поэтому я думаю, у вас с этим проблем быть не должно. Но у меня уже, в принципе, аккаунт есть, поэтому я зайду сейчас и продолжим. После того, как вы зашли в свой аккаунт, заходите в настройки, и здесь нужно будет привязать ваш Steam аккаунт. Далее жмем на подарочек. И вот здесь у нас немного вниз пролистываем, вот есть вот Sega Classic Games. Нажимаем на вот эту кнопочку, see what you can get, то есть что мы можем забрать. Далее снова жмем на вот эту кнопку и, собственно, выбираем игру, которую мы хотим забрать. Выбрал, собственно, вот эти две игрушки. Далее нажмем на кнопочку Redeem, то есть рассчитать, оформить заказ, и нас просят авторизоваться через Steam. Здесь у нас запрашивают доступ к нашему аккаунту, мы разрешаем. Так, здесь у нас продолжается покупка. Теперь написано то, что игры добавлены в нашу библиотеку Steam. Давайте зайдем и посмотрим. Вот, я зашел в активацию ключей, которые я активировал на свой аккаунт, и, собственно, вот игры добавились на мой аккаунт. Вот эти две игры, которые мы только что с вами выбрали. В принципе, ребят, на этом все. С вами был Игорек. Если вам понравился данный ролик, не забывайте поставить лайк, подписываться на канал, кто еще не подписан. Всем пока.